Мои дорогие, и так как было много вопросов, а что это за куклы, да? В этом мире столько всего интересного, и знать абсолютно все невозможно. Я покажу Half Dolls, которые еще, наверное, года два назад было в продаже у меня очень большое количество. Сейчас оставила для себя свою коллекцию только вот этих куклят, потому что возможности покупать за границей, ну, по крайней мере, у меня уже нет. Итак, что же такое Half Dolls? Half Dolls или кукла-игольница, кукла-половинка. Вот слово кукла-игольница — это уже подсказка предназначения этой куклы. Обратите внимание, почти у всех, но не всегда, почти у всех кукол внизу существуют дырочки для того, чтобы закрепить платье, которое вы сошьете для них. Бывают куколки вот такие, с отверстием внизу. И здесь тоже можно сшить какую-нибудь красивую, какой-то красивый коврик, пуфик, я не знаю что, для того, чтобы закрепить эту куклу. И опять-таки, вот тебе, пожалуйста, игольница. Это может быть шкатулка, да, крышки шкатулки ее прикрепить. Как? Не спрашивайте, пожалуйста. Все можно придумать. Поднимайте крышку шкатулки, как бы вместо ручки. Вот они, красавицы. Так как это все ручная работа, вы знаете, продолжу. Так, и последняя. Ну да, когда-то давно мне казалось это шедевром. Ткань искусственная. Смотрите, очень просто. Это картонка. Для того, чтобы было надежное основание, обшивается по принципу мешочка. И смотрите, чем еще Half Dolls эти хороши. Они могут быть самостоятельной фигуркой, пожалуйста. Потом вы можете сшить, если у вас одна кукла, много-много разных вариантов и каждый раз менять эти платья. Погуглите сами, посмотрите. То есть вот это все можно прикрыть. Можно здесь и сделать фату. Все, что угодно. Все, что угодно, мои дорогие, можно сделать. Все. А вам всем удачи. Прекрасного дня. У нас сегодня солнышко, мои друзья. Солнце. А я работаю для вас.